Всем привет! С вами Юля. Сегодня 3 марта. Сегодня я хочу подвести итоги за февраль месяц, показать, какие у меня успехи. И, во-первых, хочу показать вам главный мой итог за февраль месяц и не только. Наверное, это будет главный итог за этот год, за 2024 год. Это дорожка в стиле хардангер. Я ее начала в прошлом году, ну где-то в феврале, в марте, в месяце, и вот в течение года потихоньку я ее выполняла. В феврале у меня состоялся финиш. Сейчас мне пришлось залезть на кровать, чтобы вам показать весь масштаб этой дорожки. Размер ее 1,50 м на 50 см. Вышивала на Лугане 25-го каунта нитками ДМС. Это ДМС восьмерка, перлекотон. Восьмерочка. Два у меня цвета, белый и 67-й меланж. Вот так смотрится в общем эта дорожка. И сейчас я сделаю крупный план, покажу вам уже какие-то детали, потому что камера не позволяет объектив сделать полный такой захват, да, потому что комод большой, 1,60 м. Вот, и чтобы показать вам в целом, как смотрится эта дорожка, конечно, очень-очень сложно. Вот делаю такое вступление и сейчас перейду в обычный режим. Итак, показываю я вам уже крупный план. Но вы, конечно же, вот эти детали наблюдали целый год, потому что я ее показывала вам периодически, показывала, как выполняются вот эти блоки. У меня даже есть видео, где я шила хардангер, показывала, как живой процесс. Вот. Единственное, что вы не видели, как смотрится обрезанный край. Да? Это был такой волнительный момент, не только для меня, но для многих. Все ждали, как же это все будет происходить, как вот обрежется этот краешек, и как будет смотреться, будет ли это держаться, расползется, не расползется. Но вы видите, что ничего не расползлось. Я целый вечер вырезала, прям натерла даже пальцы, потому что ножнички у меня остренькие, новенькие, очень тугие. И, знаете, нужно было очень аккуратно вырезать, чтобы ничего лишнего не обрезать, потому что это был бы такой невозвратный шаг, просто шок, если что-то там обрезать. Конечно, всегда что-то можно спасти, подклеить, но, конечно, я очень боялась и медленно, аккуратненько все это вырезала целый вечер. Вот потом постирала, потом отутюжила, какие-то нитки еще, хвостики, где что-то оставалось, я еще подрезала. Вот еще бывает, находятся какие-то ниточки, я их обрезаю. Ну, лучше лишний раз потом еще что-то пройти, подсрезать, да, чем резануть уже, как говорится, раз и навсегда. Вот, отутюжила работу, и вот сейчас она у меня теперь лежит на комоде. Я, конечно, в восторге от результата. Мужу тоже очень понравилось. Хардангер я полюбила. И у меня, ну, я думаю, что каждый год будет что-то в стиле хардангера. Надеюсь, более интересные, масштабные работы. Ну, в плане рисунка, как бы, по объему больше мне не надо. Мне просто некуда, да, у меня нет какого-то там такого стола большого, куда можно сделать какую-то такую большую скатерть. Вот, а комод, в принципе, мой. Я, кстати, хочу его перекрасить. Черный цвет мне надоел, вот. Буду его перекрашивать скоро. Ну, комод мой, и я вот здесь хочу как бы стелить мои все такие рукоделки, дорожки. Какие-то интересные, может быть, будут швейные изделия. В общем, я его буду украшать, как мне захочется, по настроению. Вот. Ну, в целом, вы видите, после стирки ничего не расползлось, не разлезлось. Все очень хорошо держится. Прекрасно ниточки ведут себя, потому что эти нитки выдерживают 95 градусов. Ну, я стирала в 30 градусах, замочила, чтобы как бы там не тереть сильно, просто она отмокла. Дорожка все-таки белая, целый год я с ней работала, и нужно было ее хорошо постирать. Все отстиралось, все отутюжилось, форму хорошо держит вот этот рисунок, даже без крахмала, не нужно ничего, все это чудесно, прекрасно, просто, ну, я довольна, я очень довольна, мне понравилось.
Вот, поэтому хардангер будет присутствовать и дальше в моем рукоделии. Вот, ну, это самый главный итог, как я сказала, и этого месяца, и этого года. Ну, а мы с вами идем дальше смотреть, что я нарукоделила, чего начудила, поэтому продолжаем. Так, дальше хочу показать вам вот в таком необычном виде мою дорожку первую, которую я сделала с вышивкой. Ну, и тут один базовый элемент хардангера. Значит, история такая, напоминаю, что когда я купила отрез Луганы, я сначала покроила ровно по размеру комода дорожку, все сшила, а потом стала вышивать. И потом, соответственно, постирала. Вот. Я не знала, что Лугана так круто садится, и когда я постирала, дорожка прям скукожилась вот так примерно по 5-6 сантиметров с каждой стороны. Вот. И какие-то края, углы повело, да, ну вот она так прям скукожилась ужасно, что где-то получились какие-то неровности. Ну, может быть, я где-то что-то неправильно подшила, не знаю. Но, в общем, когда она постиралась, она вот так раз и сделалась такой, знаете, немножко корявенькой. Мне в тот момент было сразу очень лень распускать и переделывать. Ну и, в общем-то, я целый год ей пользовалась, так как есть. Мне действительно было как-то, ну, в облом брать все опять распускать, перешивать. Вот. Но так как я уже завершила свою дорожку в хардангере, я набралась силы, мужества и еще вечер потратила на то, чтобы распустить полностью края. То, что у меня было, да, все это распорола. Единственное, еще видите, нитки я еще не обобрала. Все, тоже такая, знаете, работеночка. И нужно будет мне ее заново правильно уже сшить ровненько. Конечно, она будет у меня поменьше, потому что, видите, уже тут пошла где-то бахрома, Лугана очень ползет. Такая, знаете, основа оказалась очень вредная. Я думала, что она будет как линда, такая плотненькая, но почему-то Лугана, она оказалась такая вредненькая. Ну, что поделать, будем работать с ней. Мне нужно будет собраться силами и подшить. Ну, у меня в феврале какая-то такая, знаете, на фоне всех событий какая-то апатия, меланхолия напала, и я не сшила, поэтому лежит, буду делать в марте месяце, надеюсь. Хотя весна всегда приносит с собой какие-то весеннее настроение, не какое-то, а вот конкретно весеннее настроение. Хочется всегда каких-то цветов, красок, чего-то интересненького. Не знаю, что у меня будет в марте. Еще неделю назад у меня были одни планы, а теперь у меня уже совсем другие эмоции, настроения, и, соответственно, и планы уже идут мартовские. Поэтому, ну, не знаю, в конце видео я, конечно, попытаюсь вам их озвучить, но посмотрим, чего оно из себя получится. В общем, и дорожка у меня это теперь опять в таком недоделанном состоянии находится. Ее нужно просто сшить грамотно, ну, завернуть края. Все-таки размер тоже большой, непростое тоже это дельце, но я буду стараться. Да, и вот когда распустила края, она, конечно, такая, видно, что, ну, перекошенная ткань, из-за того, что она села. Ну вот будьте внимательны с Луганой, девочки. Такие вот новости. В общем, эта дорожка у меня теперь ждет тоже своего момента. Мне ее нужно доделать. Такая красивая. Так, идем дальше. Дальше хотела вам показать, напомнить финиш. Конечно же, вы видели, но я еще раз напомню, потому что это итоговое видео. У меня одно было видео промежуточное за февраль. Мои какие-то рукодельные новости, но так как все затянулось, поэтому сразу же подведу итоги, планы, и дальше увидимся с вами в марте, посмотрим, что у меня получается из моих планов, чего нет. Вот, в начале месяца я сделала вот такую подушечку, это Mill Hill, новогодние такие у них есть подушечки, наборчики. Собираются и вышиваются за один вечер, это очень интересные изделия. Это второе изделие, которое у меня выполнилось. Вторая такая подушечка от Mill Hill. И я поняла, что мне нужно хотя бы по одной в год делать, потому что они великолепные и очень-очень красивые. Красивая вышивка, много бисера, очень интересные висюльки. Вот такие вот они, красивые подвесы. В общем, изделие чудесное. Вот. Что тут еще сказать? Будет висеть у меня, наверное, целый год. И я буду им любоваться. Вот как прошлая подушечка у меня висела, я так и эту подвешу, пусть висит. Вот, нужно вообще сделать себе какую-нибудь новую организацию моего рукодельного уголка,
Может быть, что-то я придумаю, потому что я сейчас хочу перекрасить весь дом. Начала со своей комнаты, поснимала уже все картины. У меня здесь стены белые, но так как у нас здесь очень много пыли в Афинах вообще, да, то стены уже серые. Несколько лет я не красила, конечно, я смотрю, у меня сейчас вообще как бы такое настроение прям вот сразу схватить все перекрасить, но я подбираю момент, чтобы день был хороший, да, еще у нас все-таки прохладно, дожди, чтобы все это высохло быстро. Буду красить частично, начну со своей комнаты, потом остальной дом, квартиру. Вот, поэтому подбираю еще цвета, ну, примерно выбрала. В общем, буду делать небольшой обновление у себя в комнате, вот комод покрашу из черного в светленький какой-нибудь интересненький цвет, небольшое обновление, ну так вот, для настроения, может быть, и рукодельный уголок как-то обновлю, пока еще не придумала, что у меня там и как будет. Картины все поснимала, как вам и сказала, столько на них пыли, ну не с лицевой стороны, лицо я часто протираю вот с изнанки, с задней стороны, да, где там к стене, вот там вот прям очень много было пыли, ну вот, пока я их убрала, оставила здесь себе одну в комнате, любуюсь ей, все остальные пока стоят в шкафу, убрала в шкаф внизу, вот. Потом буду заново как-то развешивать. Может быть, вам покажу, если у меня что-нибудь такое хорошее получится, я с вами поделюсь. Так, ну что, идем дальше. Так, дальше я вышивала в феврале анкор «Моя коллекция». Вы за нее голосовали. Я, в общем-то, очень рада. Мне нравится этот дизайн из старых начатышей. Значит, здесь у нас размер работы 25 на 25 сантиметров. На Аиде 16 каунта должен был вышиваться. Я заменила на Лугану. Начала в каких-то стартах, там летние разные всякие старты были у меня. И у меня поэтому много работ началось. Вот, и лежала эта работа. И вот в этом году я решила к ней вернуться с вашей помощью опять же. И, в общем-то, сделала такой очень достаточно хороший прогресс. Вот я на нее смотрю, думаю, может быть, мне продолжить с ней работать, потому что здесь, в общем-то, у меня немного уже вышито, и она соответствует весеннему настроению. Вот сейчас на нее посмотрела, и такая мысль пришла. Была другая идея, но, может быть, мне нужно, да, действительно оставить ее в ротации. Значит, в этом году я довышивала скатерть, вышила здесь вот этот бэкстич. Так, еще раз надо сделать покрупней, потому что работа такая, знаете, сложная. Ее сложно показать, все детали. Вот, бэкстич здесь не щетный и двух цветов, поэтому мне пришлось очень так долго, медленно и кропотливо несколько вечеров потратить, чтобы вышить все вот эти вот геометрические завитушки, но получилось просто эффект вау. Дальше работала с вазой. Я думала, что я, наверное, упаду в какой-то обморок, когда буду ее вышивать, но тем не менее осталась жива и очень собой довольна, потому что здесь очень много 3/4 креста. Мне казалось, я с ними не справлюсь, но в этом тоже есть какой-то свой такой, знаете, эффект. Оказалось интересно работать вот с этой вот мелочевкой, вот этими мелкими такими стежочками и создавать красивый такой детальный узор, цветок в данном случае. Вот буквально из каких-то там буквально четвертиночек все это переплетено, одна четвертинка с другой четвертинкой, но вот это получается, конечно, очень потрясающе, видно только в макро, да, а обычным глазом все это не рассмотреть, поэтому я стараюсь максимально делать вот увеличение, чтобы вы уже на своем экране могли увидеть вот здесь вот сколько здесь вот этих четвертинок, как оно все это здесь устроено. Вот в коричневом цвете хорошо видно эти четвертинки, в зеленом. Ну вот тут не видно, но тут их тоже очень много. Наверное, когда ляжет бэкстич, все это заиграет, потому что будет еще сверху и бэкстич, и тогда, конечно, получится, вот знаете, такая детальная прорисовка, очень ювелирная. Ну, в общем, ваза будет тут супер. Ой, как вам рассказываю, прям захотелось вернуться к этой вышивке. Волшебство видео, да? Вот эту полку я вышивала еще
то ли в прошлом году, то ли 2 года назад. Но еще раз вам ее покажу крупненько, потому что стоит того. Это такая, знаете, тоже ювелирная работа, но того стоит посмотреть, полюбоваться. Кажется, что это нарисовано, да, тонкой кистью, но это тонкой иголкой все вышито. Вот в этой вазе будет вообще много всего, но пока я ей не занималась, вот то, что было вышито, занималась статуэткой. Здесь нет 3/4 креста, все крестик, все окей вышивается. В общем, ну, можно продолжать, можно дальше продолжать работать и, наверное, вести эту работу к финишу. А потом уже я возьму за те работы, которые у меня, ну, также вы голосовали. Я не забыла, просто у меня... Ну, снизился темп, наверное, вышивки. Я по чуть-чуть вышиваю, но тем не менее, видите, работа движется. Я думаю, что все-таки ее нужно оставить. И да, я чувствую, что я соскучилась. Да, такие прям эмоции мне вернулись. Вместе с вами посмотрели, и я уже чувствую, что хочу снова вернуться к этой работе. Так, дальше. Идем дальше смотреть, что было в феврале. Так, еще в феврале я приступила вот к этому дизайну. Это Just None. Здесь схема разработана для вышивки и в шелке, и в нитках ДМС. Ключ здесь тоже такой заковырчатый, я с ним не совсем разобралась. Там есть нитки флош, мне кажется, что там используется, предлагается использоваться этуаль. Я не уверена, потому что флош — это и просто нитки, и этуаль тоже может так называться. В общем, я пока вышиваю только ДМС. Также там есть перлекотон белый и черный. Белый у меня был, но я все равно купила. И черный я докупила нитки, я вам показывала, по-моему, в прошлом видео о покупках. Да, я показывала, что я купила эти моточки. Вот, в принципе, что еще? Ну, что еще? Вышивка. Схему я вам показала по вышивке вот так. Вот, я пока вышиваю все нитками ДМС, ничего пока не здесь не придумывала, никакого этуаля, никаких других ниток. И знаете, мне нравится в ДМС. Я вам показывала в отчетном видео по этой работе, что, к примеру, вот этот бордюр, он должен был вышиваться либо шелком секционного крашения, да, ручного, там с переходами, либо блендом. Вот, ну, бленд из двух цветов получалось очень грязно и скучно. Я начала вышивать, потом все это выпорола и решила вспомнить тот прием из дизайна Stony Creek Home Sweet Home. Там вышивалось, что там, вот название Home Sweet Home вышивалось красными оттенками по 3-4 крестика, чтобы создать вот этот эффект ниток ручного крошения. И я решила здесь попробовать воссоздать этот эффект. Выбрала нитки не под ключу, а просто те, которые мне нравились. Я посмотрела на эту нитку ручного крошения, секции, какие там цвета примерно. Потому что мы понимаем, что каждая такая нитка все равно она получается индивидуальная. Прям точно все секции передать, покрасить невозможно. Поэтому я выбрала то, что нравится мне. Стала потихоньку экспериментировать. Вот видите, здесь по чуть-чуть там темно-фиолетовый, светло-фиолетовый, еще светлее, зелененькие какие-то, вот так переходы. Я потихонечку пошла. Здесь я пробовала разное количество вышивать крестиков. Там и 3, 4, 5 максимум у меня было. 6, по-моему, максимум где-то было вот крестиков одним цветом. То внизу я пошла уже ровно по 3 крестика. Как-то так вот, мне кажется, получилось более гармонично, хотя вверху симпатично. Ну, в общем, так у меня здесь, знаете, на глазочек. И получилось очень свежо и ярко. Работа еще отличается тем, что используется здесь петит. Он используется вот в таких вот цветочках. Так, делаем еще увеличение. Вот, используется вот в этих цветочках. Используется вот здесь вот год. Ну, это старт и финиш должен быть у меня 24-й год. Потом вот здесь надпись. Вот здесь вот надпись тоже петитом, крестиком. Мне петитом понравилось вышивать, прикольно. Глаза, конечно, устают, но что поделать. Ну, и здесь должно быть мое имя. Я пока еще по переплетениям не рассчитала, да, чтобы был центр. Вот, и букашка тоже вышивалась петитом. Все остальное здесь крестик, вот здесь чуть-чуть глади, вот, а здесь будет бисер.
Ну, такая прикольная получилась ваза. Вообще дизайн получается раскраска, так как он должен вышиваться этими шелковыми нитками секционного крашения, да, то они разные, поэтому вы можете брать на ваше усмотрение и, ну, как раскраску, да, подбирать ваши нитки и вышивать, придерживаясь какого-то ключа, да, чтобы примерно попасть в тональность, а так можно, в общем-то, фантазировать. Ну, ничего, прикольно. Мне, знаете, понравилось, затянул меня этот дизайн, поэтому я дальше буду его вышивать, может быть, по чуть-чуть буду брать какими-то секциями и вышивать. Надеюсь, будет у меня настроение продолжать это дело. Хочется увидеть отшив. Вышиваю, напомню, на льне 28-го аккаунта по ключу. Не люблю этот лен, потому что он какой-то такой, знаете, скользкий. И очень с ним нужно аккуратно, потому что остаются заломы. Ни на каких пяльцах его вышивать нельзя. На нурге, имею в виду, которые заламливают только на деревянных с хорошим широким этим ободом, либо на станке. Вот я вышиваю на станке, вот от клипс, видите, какой сильный залом. Конечно, да, можно отутюжить, но если это будут нурги, они, мне кажется, будут сильно травмировать переплетение. Я уже такое видела, поэтому, ну, стараюсь очень бережно работать с этой основой. Вот, ниток здесь много, они у меня собраны все отдельно в коробочке, уже не буду все тащить. В общем, показала, вот такой вот у меня был старт февраля. И надеюсь, я буду продолжать. Так, ну и идем дальше. Так, дальше я взялась за лошадку от Dimensions. Это частичная вышивка. Покупала этот набор прихватом. Люблю иногда экспериментировать и вышивать какие-то такие дизайны с частичной вышивкой, что-то такое необычное. Иногда бывают очень удачные, интересные опыты, иногда бывают так себе. Этот набор я отношу из разряда так себе, но пока еще, знаете, мне кажется, даже рано высказываться. Нужно посмотреть в итоге, что получится. Я хотела сделать этот дизайн на подарок, но мы так поговорили и решили немножко сделать по-другому. Посоветовалась я с мужем и решила подарить сумочку, которую я делала, шила с вышивкой, там, где чайки, я вставлю где-то вам какой-то такой фрагмент, чтобы была более практичная вещь для женщины. А вот эту лошадку я оставлю себе, сделаю все равно подушку, пусть украшает мою комнату, как весенняя подушка. Потому что подушки менять по сезону тоже очень круто. У меня вот есть зимние, я себе на зиму эти подушки ставлю вышитые. Вот. А на другие сезоны у меня, кстати, нет. Поэтому вот такая очень хорошая идея нашить себе этих наволочек под конкретную подушку, которая у меня есть такая декоративная, и менять по сезону. Вот это вот на весну прям просто класс. Весна, лето, ну вот такое настроение. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас частичная вышивка. Вышивка крестом и какими-то еще разными стежками. Ну, лейзи-дейзи, вот все понятно. Я начала снизу. Вот здесь у меня вот был вышит крестик. Ну, не буду уже отматывать. Так, чуть-чуть напомню, потому что я показывала, вот как это смотрится, да? Не очень. Дальше гладь. Вот здесь я вышивала в этот раз. Это лейзи-дейзи, французские узелочки. И вот розы. Розы здесь должны были вышиваться и гладью, и крестиком. Ну, крестиком, вот я вам покажу рядышком, вот они смотрятся вот так. Смотрелись бы вот так, да, как-то очень пятнисто, смазано, ну, в общем, ну, как-то вот так вот. Вот. Я решила попробовать гладью полностью вышить, и мне кажется, мой эксперимент, ну, удался. Они смотрятся более фактурно, более интересно, как бы розы. Есть у них границы лепестков, они узнаваемые, они очень бархатные, такие симпатичные. Вот эти вот розочки, они вот какие-то такие, знаете, смазанные. Вот. Вроде бы видно какой-то цветочек, но что на том? Непонятно. Надо делать бэкстич, как-то спасать. А вот в глади уже получается как-то интереснее. Но хочу вам сказать честно, гладью вышивать мне тоже понравилось, но идет очень медленно, потому что нужно прям вот эти стежочки аккуратненько выкладывать.
концентрировать свое зрение, да, чтобы попасть прямо вот рядом в волокно основы. Крестик вышивать легче, потому что даже можно нащупать интуитивно эту дырочку, где нужно проколоть, а вот гладь нужно прям очень-очень аккуратно. И я, ну, ну, в целом, да, если взять в целом, то я примерно неделю вышивала вот эти цветы и лепесточки. Бантик, ну, как-то сложновато пошло. Гладь. Ну, красиво получается, вот. И я сейчас перешла вот сюда на эти цветы, на эти розы, тоже буду их делать гладью, такое решение приняла. Дальше вот тут вверху будут цветы и ленты, ленты крест. Нет, обманула, тоже гладью. Ленты тоже гладью. Ну, в общем, больше у меня будет здесь гладь, пусть будет гладь, пусть будет что-то интересное, необычное. Дальше еще где-то вот здесь, по-моему, будет... выкладная нить металликом в уздечке у лошадки. Ну вот седло готово. По-моему, есть бэкстич, уже не помню. Нужно будет смотреть по схеме. Вот. Вот нужно было вот эти розы тоже гладью вышивать. Ну, видите, пробовала. Поэтому вот так получилось. Ну что, это опыт. Мне кажется, получается интересно, да? Пусть даже где-то крестик. Но вот эта гладь... она будет привлекать к себе внимание. Такая интересная работа. Нужно будет продумать, как оформить в подушку какие-то интересные ткани. Может быть, где-то элементы пэтчворка добавить. Ну, здесь нужно будет постараться. Работа непростая, хотя частично вышивка. Приходится много думать, аккуратно вышивать. И нужно будет также потом аккуратно сшивать, подыграть размеры, чтобы это все круто получилось. Вот, поэтому лошадка тоже у меня остается как план на март месяц, я бы сказала, первоочередной, потому что здесь уже немного осталось, и надо как-то немножко себя поторопить и все-таки ее завершить, чтобы не тащить вот этот хвост постоянно, что я ее по чуть-чуть там вышиваю. Пробовала вышивать на работе, но оказалось, это не та работа, которую можно там взять чуть-чуть повышивать. Здесь нужна все-таки какая-то концентрация внимания, как я сказала, хорошее освещение, организация, чтобы очень аккуратненько выкладывать вот эти вот стежочки. Вот видите, вчера начала вечером и сделала паузу, потому что устали глаза, поняла, что нужно сделать передышку. Вот так вот потихонечку я заполняю эти участки, цвета где-то меняю, такой творческий подход. Ну, опыт интересно, да, будет такая первая работа с из гладью. Хотя у меня есть одна большая работа в технике гладь, тоже от Dimensions. Вот, ну, в общем, эту работу я продолжаю вышивать и ставлю ее на отшив номер один. Дальше у меня также будет участвовать, опять же, вот эта работа, анкор. Хочется мне цветов повышивать, поэтому нужно будет ее взять в процесс. Дальше, что вам покажу? А, у меня есть один старт необычный, поэтому переходим к следующей работе. Итак, я вам говорила, что я сотрудничаю с фирмой Lanarte. Это также и Вервака, это одна фирма. Вервака, точнее, выкупил Lanarte, бельгийская фирма. И у них, кроме вышивки, наборов по вышивке, как Lanarte, так и Вервака, очень много товаров по рукоделию. Это и коврики, это и пэтчворк, это ткани для пэтчворка, разные материалы, там аксессуары, дальше ткани для шитья для кукол, куколки. Ну, в общем, там очень-очень много всего. Мне всегда хотелось попробовать сделать коврики от Вервака. Я знаю, что у них очень хорошее качество, прекрасные материалы. Они, вам скажу честно, дорогие, эти коврики. Но мне кажется, они того стоят, потому что это действительно вещь на всю жизнь. Вот сделала этот коврик, и мне кажется, это действительно на всю жизнь, это очень интересно и очень практично. Вот. И у них настолько богатая там коллекция у Вервака, особенно для детей. Вот если бы у меня были дети, я бы, знаете, я бы раскошелилась, я бы их там всех наделала, этих ковриков, потому что они такие красивые. Ну, себе не наделаешь, потому что, понятно, я же да не ребенок, а вот для детей я бы вот эти коврики, там их много, я бы сделала обязательно.
Вот. В конце видео я вставлю вам видео на работе. Я снимала, когда получила товар, снимала, показывала, потому что сразу приходят люди, забирают наборы, кому-то отправляю. Вот. Есть у меня и каталоги, конечно, если интересно, вот тоже можно будет полистать, посмотреть. Там делаю обзор на набор, открываю, сразу показываю какие-то вещи. Вот. Но здесь уже дома я вам более спокойной обстановке могу показать, не спеша, там без шума. Вот. Я себе купила вот такой вот коврик. Размер у него 55 сантиметров в диаметре. В такой очень красивой коробочке приходят материалы. Дизайн, вот видите, вот такой мак. Я выбрала этот дизайн, потому что цветовая гамма и рисунок такой, знаете, нейтральный. И я думаю, что можно будет его сочетать и пользоваться им, да, ну, чтобы там не сильно марки был. И на стол, и там как коврик, ну, как в разных вариантах. В общем, такой нейтральный, мне кажется, рисунок и цветовая гамма хорошая. Поэтому я выбрала попробовать, потренироваться. Все здесь на высшем уровне. Вот видите, вот эти вот моточки внутри. Давайте я вам открою еще раз покажу. Вы в конце видео увидите, но все равно покажу. Вот то, что меня как бы порадовало, и первый раз я увидела, что есть такая штука. Здесь положили вот такую ленту специальную, и иглу, и вот нитку, чтобы обшивать края. Инструкция, видите, показана после того, как будет выполнен коврик, как нужно будет обшить край. Есть там и инструкция, вот видите, показано, что нужно обшить край. Ну, молодцы, это, знаете, все продумано, не нужно ничего больше искать. Вот тебе лента, игла, все бери и делай, просто потрясающе. Второй момент, который меня волновал, и я все не знала, как это оно будет, я не знала, будет ли там вот этот вот крючок, потому что я знаю, есть наборы, где крючки эти не вкладывают, нужно покупать отдельно. И я вот переживала, будет или нет, думаю, может, придется где-то идти покупать. Но крючки здесь очень шикарные, дерево такая, знаете, хорошая ручка, очень гладенькая, здесь все очень красиво, качество хорошее, вот защелочка, вот, ну, все просто потрясающе. Вот, ну и сами нитки вот в таких вот бобиночках, нарезанные, упакованные, все просто потрясающе. Размерчик у них вот такой вот маленький. И знаете, самое смешное было то, что я прям очень долго не могла понять, ну как их там надо вот это протягивать, продергивать, защипывать. Долго читала, мучилась. Ну потом, конечно, я разобралась, конечно. Не так все архи страшно, сложно, непонятно. Всему можно, совсем можно разобраться. Вот вначале, конечно, там первые стежки были у меня такие, я прям боялась. Ну, а сейчас уже все. Так, вот, показываю вам саму основу. Это вот такая сетка, очень крупная, плотная. Вот так вот рисуночек. Ну, рисуночек здесь абсолютно схематично. Там есть, конечно, схемка, тоже схематичная. Но, в принципе, что здесь еще нужно? Еще как бы, как рисунок-то простой, что еще-то нужно? Вот, и, как вы видите, у меня уже есть начало. У меня руки чесались попробовать, ну как оно там все это получается. Так, сейчас вам поближе сделаю, покажу, какие у меня красивые здесь узелочки. Видите, пушистенький, такой хорошенький, плотненький получается. Прям очень нравится. И вот они, вот эти вот узелочки. Ну, раз у нас с вами такая история, давайте я вам покажу, как эта штука работает. Может, кому-то надо, потому что я действительно прям вот долго мучилась, думаю, ну как оно там должно быть. Значит, делаем вот так петлю, продеваем в крючок. Вот так. И дальше нужно, сейчас мне с камерой не очень-то легко, нужно залезть в петлю полностью, чтобы зашла вот эта штучка. В эту штучку, в крючочек вкладываем петельку, видите, вот так вот, и он защелкивается, мы его тянем, 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 опа, и вот так вот получается. Быстро работается, интересно, интересно работается. Так как хардангер у меня завершился, у меня нет какой-то такой простой отдыхалочки, поэтому у меня вот сейчас будет коврик. Думаю, как раз к осени я должна себе его собрать.
Вот такая у меня интересная штука. Если вам интересно, девочки, вы хотите тоже заказать коврики, обращайтесь. Я выложу тогда, наверное, этот... скажите мне, каталог, все время путаю, как странички какие-нибудь у себя где-нибудь в соцсетях. Вы посмотрите, что-то выберете. Там много-много всего, и подушки есть. Ну, в общем, на любой вкус очень-очень богатый, интересный ассортимент. Материалы здесь на высшем уровне, поэтому действительно это можно потратиться один раз и сделать себе вот такой шикарный подарок, такой коврик классный. Вот, значит, это у меня такой старт. Дальше, что еще я вам хочу показать? Я хочу вам показать то, что я еще хочу начать. Вы увидите в конце видео, я когда делала обзор на полученный товар, я себе оставила два набора. Давно об этих наборах мечтала. Это очень старые дизайны, никого не удивлю, но вот сколько на них смотришь, это, знаете, такая классика, причем они такие интерьерные, что ну вот они не надоедают, это не то, что нагляделся, насмотрелся и все. Нет, это то, что впишется в любой хороший интерьер, ну такой хороший, я имею в виду, в любой интерьер впишется в зависимости от рамки, потому что цветы, потому что очень интересная разработка, большой размер, 50 на 60 сантиметров. Ну, это великолепно. И вот я давно смотрела на эти дизайны, все время думала, что ну вот потом, они же дорогие, давай вот чего-нибудь такое куплю, а потом вот эти. И поймала себе на мысли: Юль, уже накупила столько всего, а то, что действительно хочется взять и вышить, все откладывается, как-то несправедливо. Поэтому я наконец-то купила себе эти два набора. И я хочу, конечно же, начать. Так, давайте я вам покажу основу. Основа здесь лен с тоном, тонированная. Вот очень такой красивый, интересный зеленый цвет, потрясающий. Основа огромная. Я ее мерила, по-моему, 74 на 74 сантиметра или на 75. Ну, в общем, такой огромный кусок. Мне рамы точно, у меня такой нет. Нужно будет вышивать на кюснапах, как-то ее закручивать, заматывать, как-то что-то делать разметку. Вот, и вот такие вот ниточки, нитки ДМС, короткая нарезка, но скорее всего здесь будет много вышиваться и в одну нить ланарта, так и в две нити. В общем, красота какая, просто великолепие, богатая такая комплектация. Очень хочется начать, но хочу сначала завершить лошадку, чтобы не накапливать постоянно старты. Ну, завершу лошадку, сделаю старт вот этого набора. Схема здесь у нас, ее много. Листов, имею в виду, она крупная, понятная, но листов много, и разбито все здесь на 5 квадратиков. Ну, это не проблема, справимся. Думаю, что-то там лежит. Нет, ничего не лежит. Просто много листов сложенных. Да. Вот. Ну и когда я открывала этот набор, я говорила, что он у меня расклеился. Бывает такое иногда. Может быть, при транспортировке, либо еще что-то он расклеился. Вот такая коробочка. Честно, люблю больше старые упаковки. Но старые уже все. Вот, ну... И вот такой, конечно, у меня есть. Вы увидите, да, 50 на 60 сантиметров размер. И здесь у нас лен. Так. Лен. Так, где же каунт написано? По-моему, 30-й был, где я его читала. Да, 30-й каунт. Угу. Да, лен 30-й каунт с тоном, такой зеленый тон. И в орхидеях там тоже зеленый тон. Ну, в общем, пожелайте мне удачи. Такая большая работа будет интересная. Ну, как раз на весну то, что нужно. Дальше, что у меня? Покажу вам еще покупку и на этом, наверное... А, ну и еще планы, покупку, планы и все.
Итак, еще одна покупка, которая не из Ланарты, а извне, скажем так, ко мне пришла. Это набор фирмы Буцила. Покупала у Юли из Греции. Она периодически что-то там распродает. Тоже такой знатный хомяк. Увидев этот набор, я не смогла пройти мимо, потому что, ну, знаете, такой он очень настроенческий. Он, конечно, необычный сам дизайн, потому что тут какие-то елки, гуси, вроде бы скворцы, но они в такую точечку, ну, может быть, снег идет, это нужно так воспринимать. Но все равно этот дизайн настолько он веселый, какой-то радостный, настроенческий, что я так посмотрела, думаю, так, мне этот носок срочно нужен для поднятия настроения. Он очень яркий и интересный. Поэтому я его к себе и захапала. Надеюсь, что буду вышивать. Я все надеюсь, буду вышивать. Здесь у нас Аида Рустик. Пучок ниток. По-моему, 14 каунт. Сейчас точно вам скажу. А, нет, обманула. 18. 18 каунт. Запечатанный набор новенький. Ну, немного здесь материалов. Видно, такой простой будет дизайн. Ну и замечательно, быстро, легко вышьется. Такой классный Дед Мороз, гуси, птицы. Прикольно. Так, это такая покупка. И давайте еще о планах. Я уже часть вам озвучила, но основную. И еще у меня один план. Дело в том, что мне нужно сшить еще несколько мешочков на подарок. Я долго думала, как, что мне сообразить, что сделать. Подобрала несколько дизайнов вышивки небольших, чтобы можно было вышить и потом сшить сумочку. Но решила также попробовать немножко сделать и в хардангере, потому что это интересно, необычно. И мне кажется, будет прикольно. Ну и, конечно, быстро выполняется хардангер. Вот я вам делаю максимум увеличения, чтобы вы могли посмотреть, какой дизайн я выбрала. Вот он, вот этот дизайн. Выполняется этот дизайн очень-очень быстро, за пару вечеров его можно сделать. И хочу выполнить на Лугане 25 каунта, будет как раз покрупней то, что нужно для сумочки. И фишка будет в том, что будут разноцветными нитками выполняться. Ну и, конечно же, я хочу выполнить и что-то, нет, наверное, все хочу выполнить из этого буклета, потому что я планировала его вышивать еще в прошлом году. Вот, руки не дошли, но вот в этом году хотя бы мне нужно собраться и сделать. И хочу в первую очередь, конечно, сделать для себя вот эту конфету, потому что люблю делать иногда мелкие вещицы, как без корню, какие-то такие вот штучки. Ну, без корню у меня много, а вот конфеты у меня еще ни одной, и очень-очень хочется вышить вот такую конфетку. Вот видите, какой дизайн. Можно сделать и в рамочку. Ну, для рамочек у меня уже столько всего, а вот конфетки нет. И хочется сделать конфетку. Вот такую вот штуку. Вот. Мне кажется, быстро будет тоже вышиваться. У меня под этот дизайн лен есть. Бисер куплен по ключу. И тут одна шелковая ниточка тоже нужна. Тоже она у меня есть. Вот такая здесь история, поэтому, кстати, вот можно будет сделать, вышить вот эти цветочки, тоже сочетаются прикольно. Ну, посмотрим, как это будет смотреться. Можно будет и так сделать. В общем, мне нужно сделать несколько таких дизайнов. У меня есть отрез Луганы, остался от дорожек, которые я делала. Это было у меня почти 2 метра, там 1,80 м. Я разрезала вот одну дорожку, потом вдоль другую. И остался еще небольшой кусок, потому что погонный метр, по-моему, 1,40 м. И вот осталось там 30 сантиметров у меня, да, вот эта лента. Сделала я из кусочка тигренка от Dimensions на этой Лугане. И осталось еще чуть-чуть. Я надеюсь, мне на 4 сумочки должно хватить. Ну, как раз вот так вот, да, что-то вышить, либо крестиком, либо хардангером. Ну, может быть, хардангером я больше думаю. Хочу вышить этот дизайн от Victoria Sampler. И вышивать я буду нитками какими-нибудь интересными. Вот можно вот такой ниточкой вышить. Так, тут черной нет. Такие у меня зеленые прикольные есть, весенние цвета. Желтенький. Очень красивый сочетание можно делать. Вот зеленым, к примеру, желтый с зеленым.
Вот еще остался голубенький. Тоже прикольно. Вот такой зеленый красивый. Так, они уже потянулись. Это тоже от дорожки, но тут совсем его мало. Скорее всего, этот нет. А белый распустился у меня. Белый, ладно. Вот. Вот такие вот у меня есть моточки. Так, немножко увеличить надо. Вот такие моточки. Вот можно, к примеру, вышить рисунок вот таким цветом. Вот таким. Вот так вот в сочетании. Тоже будет прикольно. И вот так в сочетании. Вот как раз на 4 сумочки в хардангере. Ну, черный сюда нет, не подойдет. Потому что сильно будет на белое, сильно грубо. Вот. Ну, такие еще зеленые тоже есть нитки. Тоже пробовала чего-то. Ну, в общем, нитки есть, идея есть. Тоже нужно организовать себя, чтобы все успеть. Потому что планы, идеи у меня очень-очень много. И видите, как бы планирую одно, потом врывается что-то другое, получается как-то по-другому. Ну, а это творческая жизнь. Наша вышивка, наше хобби, поэтому нужно получать удовольствие и не париться, что что-то отменилось, что-то новое началось, значит, оно так и надо. Вот, ну что, все вам показала? Ну, мне кажется, что да, мне кажется, что все вам показала, все планы, идеи вам рассказала. Дальше я вам покажу, какие у меня наборы пришли по заказу, что заказывали девочки. Уже, конечно, часть разобрали. Часть еще лежит на выкуп. Что еще? Ну, наверное, все. Хотела с вами попрощаться, но потом у меня такое ощущение возникло, что я что-то забыла. И действительно забыла. Поэтому делаю еще до включения. Хочу показать еще одну интересную вещь, которую я купила у Вервака. У них, оказывается, есть разные брошюры, буклеты по хардангеру. И не только по разному рукоделию, но меня интересовал хардангер. Есть вот такие вот книжицы от Цвайгард с дизайнами. Я заказывала несколько книжиц, но пришла только одна. Наверное, только одна была в наличии. Они, кстати, недорогие. Если вас тоже это интересует, тоже можно будет заказать. Вот чем меня привлекли эти книжицы, а то, что здесь есть идеи и дизайны по хардангеру. Хардангер, конечно, такая штука очень универсальная. Если знаешь базовые стежки, то можно самому придумывать хардангер, ну, любые дизайны. Но вдохновиться, за что-то зацепиться всегда нужно. Вот, к примеру, да, простой такой элемент. Бабочка с цветочками, да, посмотрите, как ярко, как интересно, какая красивая цветовая подборка, можно украсить что-то в доме, сделать подушку, полотенце, да все что угодно, вот. И, ну вот, и здесь есть такие вот схемки, вот, вот такая вот дорожка, так, вот, к примеру, обеденный стол, скатерть, а сверху вот такая вот дорожка. Но ее можно обыграть, сделать в любом вообще цветовом решении. Очень такой красивый, достойный элемент. Мне очень понравилось. Вот, скатерть тоже. Берешь цветную основу, нитки и делаешь абсолютно свое интересное, оригинальное. Вот. Вот она, эта дорожка. Размеры даны. Потрясающе. Мне понравилась обработка края. Вот в красном варианте на Новый год. Очень красивые салфетки. И просто делаются вообще, девочки. Не бойтесь, хардангер. Это настолько элементарно, но так эффектно. Ну, это потрясающе. И внутри вот схемы даны. Они очень крупные, очень понятные. Вот кусочек вам покажу. Полное идет описание, как это все делается пошагово. Прям, ну, шикарные схемы, все переплетения здесь нарисованы, как, что, ну, все тут все просто, тут все просто. И вот такие штуки для вдохновения мне очень-очень нужны, чтобы потихонечку выбирать себе новый проект. Я пока еще точно не определилась, мне много всего нравится, но определиться очень-очень сложно, пока еще думаю. Поэтому вот такую книжицу я еще купила.
Дальше забыла вам показать еще тоже из покупок Вервака. Вот этот, как они называются, был пол, держалку, да, деревянную. У них там разных размеров, есть составные. Я купила себе под Stony Creek Home Sweet Home. Хочу сделать баннер, потому что работу нужно оформить, а в рамку у меня уже много всего. Вот хочу сделать баллпул. Поэтому эту штучку купила. Нужно будет покрасить какой-нибудь беленький цвет, симпатичный, и сшить баллпул. Вот такая красивая деревяшечка. Напомню, что там разные с размеры. Дальше купила вот такой вот кулончик. Это я покупала в наших магазинах. Тоже забыла вам показать. Здесь у нас только вот эта заготовка, цепочка и сам кулон, да, составной. Ниток и основы нет. Вот, ну, тут идея, как можно, что можно вышить. Ну, я подумаю, что я там вышью. У меня есть один такой кулон, очень прикольная штука. Захотелось мне еще один приобрести, поэтому купила. И у меня еще есть мини-финиш в этом месяце. Как-то соскучилась я по простому дизайну, по крестику. Вспомнила, что у меня же есть носочки Dimensions. Они вышиваются прекрасно, легко. И достала и вышила очень быстро один носок. Да, вот так вот неожиданно. Думаю, так, Юля, нужно вышить. Но единственное, здесь нет этого кординга. Вот у меня три было вышито, я вам уже их показывала. Три носочка. И вот вышила еще один носочек. Вот он, Дед Мороз. Вот здесь должен быть бантик кордингом. И вот здесь чего-то еще, по-моему, кордингом. Все остальное, бэксич, тут есть. Вроде бы ничего не забыла. Нужно будет, кстати, посмотреть на обложку. Обложка часто помогает себя проверить. Нет, все правильно. Тут есть уже. Ну да. А, вот здесь будет кординг. Вот здесь бантик. И вот здесь. Ну, это я буду уже делать в самом конце. Вот эти вот кординги крутить. Пока я их не делаю. Так, ну и что? Мне осталось вышить вот этого эльфа и печенюху. Вот. Оставлю тоже под настроение. Когда захочется чего-нибудь такого, тогда возьму и буду делать носок. Вот такой классный получился Дедушка Мороз носочек. Вот они все. Надеюсь, к концу года смогу их и собрать. Вот такой вот финиш даже тоже случился. Я и было уже и забыла. Ну что, теперь вроде бы все. Редко покупаю журналы, но иногда хочется. Это вот к нам привезли. Их редко привозят почему-то. Привезли вот такой журнал. Экинита, она наш греческий. Здесь разные техники. Я когда видела, мне вот эта штука понравилась, поэтому я его купила. Сейчас я вам покажу, что за штука. Вообще вот в Греции здесь из рукоделия очень модно и стильно. Это ришелье. Так, камера. Давай увеличивайся, чтобы мы все посмотрели. Вот, ришелье. И это очень красиво смотрится. Вот видите, вот постельная, сделана вручную. Такое белье заказывают обычно на свадьбу подарок. Оно стоит очень дорого. Ну, кто может, заказывают. И вот специально делают дизайны, делают, расшивают либо ришелье, либо это какая-то вышивка. Ну, что-то должно быть такое. Ну, вот это очень крутой дизайн. Здесь видите, такие лебеди шикарные. Я вообще не представляю, как это можно сделать. Ну вот, есть рукодельницы, есть школы здесь, оказывается. Ну, кружки типа такого, да. Где сидят, вот это вот, учатся делать. В деревнях, наверное, много еще умеют делать. Но вот в Афинах мало кто, конечно, занимается, но есть. Так, мне что здесь, что понравилось? Ну, здесь обо всем. Здесь вязание. Всякие такие дизайны. Вяжут много. Как, конечно, у нас в Афинах вязаного не поносишь, все это жарко. Вот тоже ришелье. Видите, как красиво. Дырочки. Вот тоже такие салфеточки. Вот что мне понравилось, девочки. Мне понравился вот этот дизайн, потому что он классно будет раскладываться. Ну, можно вышить, конечно, и покрывало на кровать, да, если силы терпения хватит. Мужу показала, говорю, как тебе нравится. Говорит, ну да, такая, говорит, работа маленькая, говорит, совсем. Самую маленькую выбрала.
Нет, конечно, на кровать не буду делать, но вот для дорожки мне вот эта штука очень понравилась. Можно делать в середину дорожки, да, будет очень красиво. И любую цветовую гамму. Такие дизайны мне нравятся. Они простые, да, но лаконичные, и их можно обыгрывать так, как тебе нравится. То ли дорожку, то ли подушку, то ли что. Ну вот это тоже прикольно. Вот, это крестик. Вот ради вот этой штуки я купила, потому что дорожки я с скатерти еще буду делать, и вот этот рисунок, он очень классный. Вот, ну здесь видите тоже еще Ришелье. Такая дорожка, ну совсем простенькая, в общем-то, тут крестик, немножко нарезки. Вот здесь постельная с вышивкой. Ну, тут типа как печатный крест. Такие подушки. Крючком. Кстати, мне очень нравятся вот эти вот штуки. Вот эти салфетки. Тут прям есть схема, как можно вышить такую, сплести такую салфетку. Ну, тоже, кстати, интересно. Нужно попробовать как-то научиться. Я все смотрю на этот крючок. Но пока, видите, у меня времени мало. Коврики. Кстати, я себе заказала такой коврик, но не детский, а в такой тематике хорошей, в обычной. Я вам покажу. Будем делать с вами коврик. Ну вот, в общем-то. Ну, тут рецепты, кстати, тоже интересные рецепты греческие. Иногда подсматриваю что-то. Дальше тут схемы. Вот они, схемы Ришелье, вышивка. Тут все, я уже откусила, посмотрела схемы. Мне было очень интересно. Ну, я люблю это дело. Я вот не знаю, у меня, конечно же, много всего сделано. Ну, люблю я рукоделие, поэтому буду делать, наверное, всякие разные вещи. Скатерть и покрывало, может, и к этому дойду. Так, ну что, примерно вот так выглядит мой февраль месяц. Кое-чего здесь не хватает, не поместилось на этот комод, не хватает лошадки. Есть у меня, ну и дорожка, самое основное, скрылась под целой горой рукоделок. Есть у меня и финиши, есть у меня старты, какие-то продвижения, какие-то интересные покупки, идеи. Ну, в общем, потихоньку рукоделие, мое рукодельная творческая жизнь, она продвигается, все равно не стоит на месте. Чего и вам желаю, получайте хорошее настроение, заряд бодрости и творчества от вашего рукоделия. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч. Всем пока-пока. Итак, снимаю я уже продолжение на работе. Покажу, какие наборчики пришли. Часть, конечно, я уже отправила. Ну, у меня так всегда получается. Я стараюсь поскорее отправлять, не задерживать у себя посылку. Поэтому хочу показать вам, что у меня сейчас есть в наличии. Часть, конечно, здесь это заказы, которые еще не забрали. Часть что-то можно будет купить, если вам что-то понравилось. Ну, итак, показываю вам. Заказали у меня опять африканку. Очень красивая, достойная работа получается. Ее раньше часто вышивали. Ну, я думаю, что это такая, знаете, классика из серии «Культура». Работа, дизайн будет большой. Вышивается на тонированной основе. Равномерка. Здесь очень красивая тонированная основа. Размер 39×49 сантиметров. Вот. Ниточки, конечно, здесь не все видны, потому что это такая упаковка подарочная. Честно вам скажу, не очень люблю эту подарочную упаковку. Я больше люблю старую. Ну, старую уже, конечно же, нет, только если какие-то остатки. Вот, буду показывать все, как идет у меня в стопке, без какой-то подборки. Потому что наборов много, хочу показать побыстрее. Это вот пришли у меня птички, маржелин бастин. Это новый дизайн. Там целая серия этих птичек, вот этих вот, это лазаревки. И несмотря на то, что, видите, упаковка очень маленькая, да, казалось бы, но дизайн не маленький. 24×29 сантиметров, вышивается на равномерке. Ниточки здесь ДМС, конечно же, красивые. И нужно понимать, что
обложки вот эти, особенно у новых наборов, они прям их клеят, вот распечатывают и клеют сверху, и они не очень хорошего качества, не передают всей красоты. Сам дизайн, конечно же, намного получится интереснее. Хочется мне вышить уже таких птичек, но посмотрим, как руки дойдут. Так, дальше. Есть еще вот такой дизайн. Это чайный сэмплер. Очень интересный. Я когда-то его уже привозила. Вот сейчас еще раз привезла. Мне кажется, вышиваться должен он легко, интересно. Здесь, видите, вот так окошками отделены мини-сюжеты. Вышивается на равномерке. Тонированная. Нет, не тонированная равномерка. Обычная равномерка. Размер 39 на 29 сантиметров. Достаточно такой, знаете, большой наборчик. Ну, большая картина получится на кухню. Очень красиво. С настроением. Просто супер. Дальше. Привезла колонку. Думаю, может себе, ну, если кому-то понадобится, отдам, потому что себе буду еще раз заказывать, ну, в смысле, еще будет заказ, еще себе закажу, вот, но колонку давно хочу вышить, это перевыпуск, давно ее не было, опять же, вот эта картинка очень слабо передает то, что получится, в жизни это получается очень, конечно, шикарно, и дизайны Ланарты, они все интерьерные, очень хорошо вписываются в любой интерьер. Потрясающие работы. Размер 29 на 39 сантиметров. Равномерка. Здесь у нас, если я дочитаюсь, потому что очень мелко видно. 27 каунт. Линда 27 каунт. Часто используют именно линду. Я линду очень люблю. Вот, пожалуйста. И, кстати, недорогой наборчик. Дальше. Мне кажется, это бестселлер. Нет, бестселлер — это ирисы. Но в этот раз ирисы не заказывали. Очень интересно так получилось. Но это тоже бестселлер. Я его много раз привозила, еще раз привезла. Вот такой вот сэмплер. Здесь тоже много деталей. Он очень-очень насыщенный, интересный. Интересный тем, что здесь вот эта вот рамочка идет по кругу, передает сезоны. Как-то нужно... камеру настроить, передает сезоны, мы как будто заглядываем в узкое окошко и видим наполнение осеннее, зимнее, весеннее, летнее, это очень-очень интересно, дизайн большой, вышивать тоже можно вот какими-то элементами, частями, смотрите, какие-то букашки здесь, бабочки, вот на щетке Лазаревка, был даже отдельный дизайн, маленький наборчик, вот именно эта щетка, это Лазаревка, видите, можно прям брать идеи и украшать какие-то, делать прикладную вышивку, украшать вот с тарелка с тыквами, вот эта корзина очень красивая, тоже с птичками, синичками, в общем, интересный дизайн, Мружелин Бастин, дорогой набор, потому что здесь не так много, он очень тяжелый, он, ну, он где-то 500 грамм точно, даже больше, вот, чтобы вы понимали. Размер 52 на 63 сантиметра, линда 27 каунта, чудесный дизайн, вот, дальше вот такая красавица, тоже ее когда-то привозила, еще раз заказали, здесь очень красивый платок, лицо тоже красиво получается, просто здесь такая печать не очень удачно, но платок вышивки получается просто, это, конечно, потрясающее что-то, невероятное, красивая работа, тоже хочу ее когда-нибудь вышить, вышивается на Аиде черного каунта, Аида здесь, да, здесь у нас Аида, размер 32 на 48 сантиметров. Шикарный дизайн, кстати, мало его вышивают, наверное, ну так еще на YouTube не вышили, поэтому пока не вышивают, как только покажешь, кто-то вышит, так сразу все начинают вышивать. Дизайн с птицами называется какое-то гнездо, здесь у нас снегири в розах, я, конечно, не знаю, где снегири, куда они улетают весной, где гнездуются. Ну, как композиция, конечно, шикарно. У окна розы садовые, вот эти птички. В отшиве, конечно, глаз не оторвать. Я видела отшив. Это, конечно, что-то. Размер 29 на 39 сантиметров. Аида здесь тоже 27 каунта. Дальше. Вот такой вот наборчик у меня один остался. Привозила много.
остался один. Это серия «Культура», тоже такой большой набор. Здесь размер 49 на 45 сантиметров, много ниток, основа тонированная. Вот серия «Культура», мне очень нравится вот эта их серия, всем, я думаю, нравится, они очень хорошо проработаны, и это работы, которые именно интерьерные, очень шикарно смотрятся в оформлении. Здесь такая отделка, восточная тематика, ну просто, ну что сказать, потрясающая работа. Дальше, вот новинка из нового каталога, к сожалению, видите, вот пришло отклеенное, некоторые коробки пришли отклеенные. Из нового каталога Маржелин Бастин, вот такие птички с клубничками, какая-то такая ваза интересная. Но опять же, картинка здесь очень такая блеклая, я представляю в отшиве, как это будет смотреться. И мне заказали нескольких этих наборов, они мне пришли в дублях, потому что, ну, очень интересные эти клубнички. Всем понравились. Размер 30 на 33 сантиметра. Тоже здесь, по-моему, что у нас, какой аккаунт? 27, ну, наверное, Линда. Хотя они и льны вкладывают 35 аккаунта. Вот бывает. Но это, по-моему, Линда. Дальше еще из новинок. Это вот эти вот анютины глазки. Они мне, кстати, тоже очень-очень нравятся. Уже, видите, пришел вот так вот запечатанный. Потому что видно, где-то у них коробки эти открываются. Как-то они отклеиваются. И они их вот так потом заклеивают. Это из новинок. Очень мне нравится эта композиция. Вот я обязательно когда-нибудь вышью вот эти анютины глазки. Они такие яркие, такие потрясающие. Мне кажется, вышиваться будут очень приятно, вкусно, прям вот на одном дыхании. Размер здесь у нас 23 на 30. Какая основа? Наверное, тоже Линда. Да, 27 аккаунт, значит, Линда. Вот. Этот у меня набор свободный, пожалуйста, если кто-то хочет. Дальше. Лейка, перевыпуск, по-моему, ее давно не было, этой лейки. Я думаю, что это будет немножко сложноватая работа, потому что здесь как-то так намешано, все, наверное, и один крестик в одну ниточку, в две ниточки, что-то такое здесь будет. Но вот я брала, думаю, если не возьмут, себе оставлю, тоже вышью вот так в паре колонка и лейка. Так, немножечко сделаем. Колонка и лейка. Будет смотреться просто потрясающе. Садовая вот эта серия. Шикарная леечка. Тоже тут птичка. Тоже тяжеленький, знаете, наборчик. И 36 на 36 сантиметров. А колонка у нас 29 на 39. Он будет такой больше квадратный. Ну, это два больших таких дизайна красивых. И здесь у нас 30 каунт. Здесь у нас лен. Вот, пожалуйста. Ну, тоже так, интересно. Будет интересно, здесь какой-то тон или нет, не знаю. Вот, а еще птички. Это как раз из серии, где тут эти маленькие птички, вот они. Мне кажется, это, ну, это одна серия, вот эти птички, лазаревки. Только это маленький наборчик, упаковка, а это большая упаковка. Но здесь тоже размер 27 на 38, смотрите, 27 на 38, 27 аккаунт, значит, Линда. А здесь у нас 24 на 29, чуть-чуть поменьше идет. Ну, птички потрясающие вот эти, тоже интерьерно. Мне кажется, в любой интерьер подойдут, грамотно оформить, и будет очень здорово. Дальше. Парочку вот таких вот я заказала наборчиков. Это маленький набор. Так, немножко прервалась. Итак, мы смотрели с вами вот этот наборчик. Маленький, очень интересненький. Можно вышить, оформить что-то в прикладную, мешочек какой-то интересный шить, либо еще какое-то интересное изделие. Размер 12,5 на 15,5 сантиметров. Вышивается на линии 27 аккаунта. Вот такая красота. Дальше идем. Вот такую девочку заказали. Смотрите, какой интересный дизайн. У Ланарта вышла целая серия разных девчонок. Кстати, очень интересные, интерьерные там есть девочки. Набор этот большой. Ниток здесь ого-го. Он не дешевый.
размер 38 на 32 сантиметра, вышивается на 30-м каунте лен, ну и нитки здесь много, просто их, конечно, не видно, но скажу вам, набор очень тяжелый. Этой серии, вот как вот этот сэмплер большой, да, здесь ну, больше, чем 500 грамм. Вот. Дальше, так, что здесь опять клубнички. Так, еще так наборы повторяются. Какие-то повторения я вам не показываю. Повторения. Так, еще маленькие. Так, вот еще оригинальный набор. Кстати, вот этот набор, смотрите, это старая упаковка. Обычно, когда мне приходит вот в такой старой упаковке, либо это последний, может быть, предпоследний. Часто бывает так, вот у меня было тоже, кто-то заказал, ну, дизайны какие-то. Я их рассмотрела, хотела еще себе дозаказать, и в тот же день уже их сразу не было. Может быть, знаете, распродают сток. Вот девушка заказала, счастливица, возможно, может быть, он и последний, раритетный. Мне очень нравятся вот эти старые упаковки, потому что хранить удобно, да. Новые они более презентабельные, но старые они более практичные, по объему меньше занимают. Вот такой шикарный, по-моему, это лось канадский. Видите, он рычит, изо рта идет пар, все это хорошо видно. В отшиве будет шикарный, я уверена. Размер работы 41,5 на 35 сантиметров. Здесь у нас Аида, 14 каунт, но полная зашивка. Полная зашивка, нитки вот так вот, ну, планшетки известные у Ланарта. В общем, шикарный набор. Поздравляю обладательницу такого редкого набора классного. Идем дальше. Вот такой вот дизайн. Тоже, мне кажется, прям он очень интерьерный. В отшиве должно смотреться просто потрясающе. Как это называется, причал, да, причал, вот одинокая лодочка красненькая, вдалеке еще лодки, ну, такое что-то голландское, мне кажется. Так, размер работы у нас 31 на 43 сантиметра, вышивается на льне 30-го каунта, полная зашивка, ну, почти, может быть, вот здесь где-то, наверное, не зашивается, так вообще-то полная. Дальше еще один дизайн, тоже это из новинок, на черной основе. Посмотрите, как классно смотрится, через камеру вообще потрясающе. Но вживую будет смотреться, мне кажется, еще намного круче вот этот букет. Очень он такой представительный, интерьерный, опять же, повторюсь, да. Вышивается на Аиде 14-го каунта, нитки, размер 27 на 39 сантиметров. Нитки вот такие, конечно, яркие. Ну, на черной основе это просто будет потрясающе, потрясающе. Так, и мои заказы. Ну, во-первых, покажу вам вот такой вот, такой был пул, держалку. Хочу сшить, как он называется, баннер из Stony Creek. Помните, Stony Creek Home Sweet Home. Вот, для этой работы специально я брала вот этот баннер. Вот, извините, этот был пул. Конечно, его нужно будет покрасить. Размер его 27 сантиметров. Штуки вот эти не откручиваются, по-моему. Они так идут монолитно, может, приклеены, не знаю. В общем, нужно будет покрасить и веревочку привязать. И будет вот такой вот красивый был пул для баннера. Кстати, недорого стоит, деревянный, такая хорошая штука. Вот это раз. Дальше, давно мне хотелось попробовать сделать вот такой вот коврик. У разных фирм есть, но я знаю, что у Вервака, это именно Вервака производство. У Вервака очень хорошие материалы, очень качественные. Наборы, конечно, их дорогие, честно вам скажу, но эти вещи делаются, знаете, но на всю жизнь, поэтому качество того стоит. Я вот сколько смотрела их наборы, они очень качественные и действительно стоят того. Я когда покупала, там не указано было, есть ли там вот этот крючок, хотела отдельно заказать, но как-то вот у них там была такая запарка, не получилось, и к счастью, потому что он там оказался есть. Мы сейчас откроем с вами эту коробку, посмотрим содержимое, потому что я буду скоро начинать, мне хочется попробовать поделать вот эти коврики. Кстати, есть очень крутая там серия детских наборов,
детских этих ковриков. Вот если бы у меня были дети, я бы, наверное, все накупила, им бы этих ковриков, все бы коврики им сделала. Они настолько интересные, красивые. Вот. Все это очень презентабельно, так в коробочке, видите, это окошко, все видно, какие цвета, вот эта сетка. И вот такой рисунок я выбрала, ну, нейтральный, не сильно, чтобы яркий, нейтральный такой вот цветочек, чтобы можно было пользоваться, мацкать, сидеть, лежать, не знаю, что с ним буду делать. Так, здесь заклин, сейчас я отрежу и к вам вернусь. Как это красиво открыть, не знаю. Сейчас посмотрим. Ну, ой, смотрите. Здесь сразу идет лента для обшива, игла, нитка, инструкция, как обшивать край. Вау! Слушайте, молодцы, Вервака. Это хорошее. Сразу видно, что все подготовлено как надо. Так. Моточки с этими нитками. Я вот видела, как девочки это делают, но сама никогда не делала. Очень интересно. Какие они классные. Так. Но хочу и крючок этот посмотреть, как же он выглядит. Крючок этот. Ой, смотрите, какой качественный крючок. Какой классный. Деревянная ручка. Он очень такой удобный. Вот. А как им работать, я еще не знаю. Ну, буду разбираться. Крючок есть, так. Хочется посмотреть какую-то инструкцию, то ли сетку, то ли что, как с этим работать. Так, так, так. Конечно, я нарушила всю красоту, но надо открыть, посмотреть. Какой у нас там размер, кстати. 55 сантиметров написано. Так, здесь у нас сразу идет инструкция. Слушайте, большой коврик будет. Вау! Вот такая сетка крупная. Так, ну насколько смогла я сделала объем широкий. Вот видите, по кругу видно, сетка такая очень широкая. Схематично что-то здесь напечатано. Так, давайте смотреть. Ой, слушайте, даже положили этот ярлычок, чтобы потом пришить. А, классно. Классно, классно. Такая вот инструкция. Простые обозначения. Показано, как крючком тут работать. Вот как, чего нужно делать. Буду разбираться. Вот более подробная инструкция, как работать крючком. Так, вот тут показано, что тут нужно делать. Буду читать, разбираться. Слушайте, прикольно. Очень хочу попробовать. Никогда не делала ковриков. Прям вот эта этикеточка прикольная. I Stitch. Видите? Класс. Ну, это здорово. Такие мелочи, они добавляют какого-то шарма. Ага. Так. Ну что, прикольно, интересно. Никогда еще не делала вот такие вот штуки, коврики. Хочу сделать. Мне кажется, это хорошая штука, это практично, можно этим пользоваться. Они будут теплые, уютные эти коврики. Но сетка такая, знаете, очень плотная. Ну и вот здесь вот оно все это чудо, вот они эти моточки. Доставать я их не буду. Уже когда я буду делать первые свои, ну, эти стежки, как они называются, я открою, достану и все вам покажу. Вот тут, мне кажется, они даже вот так лучше видны. Очень красиво все, достойно. Молодцы. Вот, молодцы, что у них такое хорошее качество. И вот за ленту прям вот все тут инструкция есть. Как обшивать, нитка и иголка. Ну, вот прям крючок есть. Прям молодцы. Хвалю. Так, откладываю, потом это соберу. Все.
И хочу показать вам наборы, которые я купила, и то, что я вот буду скоро-скоро начинать. Сегодня-завтра прям вот скоро начну. Руки чешутся, весна, хочется как себя чем-то порадовать. Вас не удивлю дизайнами. Дизайны эти очень-очень старые. Я вот помню, что я начала вышивать 13 лет назад практически, да. И вот эти дизайны, я тогда уже видела их и в отшиве, и наборы продавались. Но они всегда были дорогие. Так посмотришь, думаешь, ну ладно, когда-нибудь. И вот этот раз я делала заказ. Был у меня выбор там сэмплер привезти себе, еще что-то. Думаю, так, Юля, вот это вот когда-нибудь должно уже свершиться спустя 13 лет. И я хочу эти вышить дизайны парными, оформить их, повесить. Тем более сейчас я делаю небольшое обновление у себя дома. Буду заново перевешивать все картины, поэтому хочется чего-то свеженького. А эти дизайны, они такие интерьерные, такие классные. Поэтому очень хочется. Основа здесь тонированная. Вот видно, вот здесь в окошке, видите, попался зеленый кусок, как будто зеленая основа, но нет. Это, скорее всего, вот этот фрагмент тонированной основы. Вот он. Здесь у нас, по-моему, лен. Сейчас. Да, это лен. У нас 13-й этот каунт. Лен. Но так основа тонированная, будет плотная. Вот. Здесь тоже тонированная. Видите, тон идет вот так вот. Вот так вот по диагонали. Этот зеленый тон. Здесь он не попался. Здесь, вот видите, уголочек желтенький льна. Вот. Ну и начинать я буду вот с этого дизайна. Долго думала, то ли калы, то ли орхидеи. Нет, хочу все-таки калы. Скажу вам размер, забыла, 50 на 60 сантиметров. Представляете, большой размер. 50 на 60. Но так как это не полная зашивка, вышиваться, мне кажется, должно быть интересно. Давайте, наверное, откроем, посмотрим, потому что не знаю, камера будет у меня дома или нет. Ну, давайте откроем, посмотрим. Уже здесь я вам сделаю такой обзор на скорую руку. Потом, если что, дома сделаю еще съемку. Потому что время, знаете, так все летит. Ну, коробка у меня вот так открылась сама. Она сама открылась. Ничего не поделаешь. Ну, ладно. Так. Очень красиво все упаковано. Ой, какая красивая основа. Ёлки-палки. Давно у меня не было вот этого вау-эффекта. Вау-эффекта. Очень красиво. Да. Правильно я сделала, что я их заказала. Надо сделать себе праздник. Праздник, подарок. Схем здесь. Ого-го. Они крупные. Как всегда, на 5, по 5 крестиков разбиты. Схемы не очень удачные, потому что они такие огромные. Ну ничего, это ерунда. Мелочь. В общем, со схемой мы справимся. Так. Тут такая одна игла. Ой, давайте посмотрим основу. Вот самое интересное, здесь основа. Ой, ой, какая красота, девочки. Как жалко, что я сейчас не могу вот прям разложить все и показать во всю длину, как оно есть. Смотрите, подписано Ланарте. Вот такой номер, не знаю. Но вот это вот очень, очень классно. Очень классно, очень огроменный просто кусок. Просто он огроменный, огромный-огромный, метр на метр, наверное, кусок основы, где-то так. Такое жирное зеленое пятно, вот это, наверное, направляющие, они по четырем сторонам, нужно, наверное, по ним складывать и находить середину, я так понимаю. Буду еще читать инструкцию. Вау, ну это так эффектно, это так как-то масштабно, такой кусок, у меня даже, наверное, такой рамы нет, как я буду вышивать. Ну да, метр на метр точно. Сейчас не буду тащить линейки все остальные. Дома уже померю. Просто мне хотелось открыть, увидеть вот этот вау-эффект. Слушайте, ну прям все, я загорелась. Даже жить захотелось. Так, когда посмотришь на что-то такое красивое, эстетичное, сразу появляется настроение. Вот они, ниточки. Ну, нитки здесь. Так, кто тянул за мою нитку? Кто это сделал?
Ниточки здесь ДМС, вот такой цвет, ну, цвета такие, понятно, калы. Сколько планшеток? Раз, два, две, да, вроде бы две планшетки. Угу. Ну, нужно будет, конечно, все это организовывать. Ой, как хочется вышивать, как хочется вышивать, какая красота. Супер просто. Ну все, я вижу, уже камера садится, показывает, осталось 2 минуты. Вот этот открывать не будем, но он в пару будет вышиваться. Все, сегодня будет у меня вечер старта, буду начинать калы. Ну а на этом у меня все. Увидимся с вами в следующем включении. До новых встреч, всем пока-пока.